Оценить качество питания, осмотреть условия, в которых занимаются дети, и узнать о просьбах и предложениях сотрудников дошкольного учреждения. С этой целью депутат Государственной Думы Ирина Роднина и химкинский депутат Алексей Федоров посетили детский сад номер 7 в деревне Брехово. Территория населенного пункта вошла в состав Химок лишь полгода назад. И в руководстве учреждения, помимо знакомства с депутатским корпусом, рассказали о помощи, которая необходима в саду. Обход начался с бассейна. В остальном же, по словам заведующей детского сада, штат педагогов полностью укомплектован. Текучки нет. Здесь работают педагоги, которые болеют за свое дело. Детский сад номер 7 объединен с местной школой в образовательный комплекс. Это удобно и для оформления детей в первый класс, и упрощает их социализацию, поскольку все малыши друг друга уже знают. А преподаватели из школ могут прийти на выручку коллегам из детского сада на период больничных и отпусков. Дети, которые приходят к нам в школу, это детский сад. Вот группы детского сада. Поэтому мы стараемся как бы вот эти группы сохранить. Один из главных вопросов, который интересовал депутатов, это питание. Ирину Роднину и Алексея Федорова угостили классическим обедом. Первое, второе и компот. Мы попробовали питание. Родители должны быть спокойны. Питание очень выверенное. В принципе, особых проблем нету. Текучести кадров нету, что тоже очень важно для детей. И то, что это теперь объединено со школой, тоже для родителей очень удобно, потому что, ну, и дети уже знают, куда идут, не надо несколько раз документы подавать. И многие преподаватели также работают в детском саду, когда есть время. Представители руководства дошкольного учреждения обсудили с депутатами вопросы транспортного сообщения между деревней Брехово и центральной частью Химок. Данные пожелания уже прорабатываются администрацией городского округа Химки, отделом транспорта. Направлены письма в адрес Министерства транспорта Московской области, и данный вопрос находится на рассмотрении. Будем надеяться, что он решится в скором времени. Все просьбы и пожелания будут рассмотрены на заседании профильных комитетов Совета депутатов городского округа Химки.